Привет! Этот видеоролик я хотел записать как приставлю ко всем в сампе, но из этого вышло что-то другое. Поэтому сегодня я покажу, что происходит на Аризоне утром. Ставь лайк и всем приятного просмотра. Привет! Привет, а что? Чё ты такая злая сразу? Мне про тебя говорили, что ты шлюха. Иди нахуй отсюда! Ты чё злая такая, блядь? Иди нахуй отсюда, пока пизды не получишь. Сама в пизду получишь. Moments later. Ты чё, блядь, дерёшься? Я тебе чё, плохое чё-то сказал? Ты чё? Я ж тебя урою тут хуем, я уже вылечился, у меня хп не убавляется никак. Пизделка. Да вообще пиздец, она, смотри, какая пизданутая на всю голову. Помоги! Ты чё меня зажал тут? После этой ситуации я решил уехать оттуда. И поехал прямиком на спавн бомжей. Шёл одного челика, вот, заспавнился только. Подожди, стой! Ты чё так рано? Блять, тут кого-то еще пиздят. Ты ёбу дала. Тебя стреляли. Ты чё? Вообще ничего не почувствовала. Документы. Оба. Пошел нахуй. Ты вообще кто? Винсент показывает свой паспорт Еве. Ева, давай я тебе покажу свой. Я лесби. А. Ярик, о, Брулёв. Ты Брулёв? Какой Брулёв? Гуляй, сопля. Погоди, ты кого соплёй назвал, щенок? Тебя, падаль. Кто, я? Ты тут не охуел? Да пиздуй уже, ебло. Сам такой. Создание, блядь, недоразвитое. Я, блядь, 4 языка знаю, так что съебал. Скажи на 4 языках, чтоб я ушел. Идь до дубу, курва. Охуеть не встать, собеседование в армию СФ в 10 утра началось. Сейчас поедем сначала туда, а потом на ЖДСФ. Так, ну что, приехали. Да пиздец, да ёбаный ваш рот, да как, сука, краш? Вторая попытка прийти в армию Сан-Фьера. Привет, мне кокаина подсыпали. Чё делать? Я сейчас полицию вызову. Подожди, давай я тебе кокс продам. Блять, реально что ли доложил? В военкомате Сан-Фьера пришел человек, говорит, что им посыпали наркотики. Ладно, я пойду. Нет, стойте. Да не, я пойду. Поговорите со мной. Что вы хотели предложить? Секс? За деньги? За сколько? О, вот это уже другое предложение. 100к за одного. Пойдем. Мне нельзя выходить. Пошлите лучше сюда. Не, я пойду тогда. Вы что, не можете поговорить? Мне скучно. Так, блять, у тебя вон генерал есть. С ним общайся. Чё ко мне сразу пристал? Блять, менты уже на радаре появились. Я пошел. Блять, приехал ФБР. Сука, не-не, я пошел. Ты что? Ты что машину воруешь, Зачем? Это такси для аренды, ты зачем воруешь, алло? Вообще кукуха поехала, что ли? Ты чё, блядь? Вот это вот что за чудо такое? Ты нахуя такси спиздил? Нахуя тебе такси нужно-то, блядь, бомж ёбаный? Ой, блядь, погоди, ФБР, я случайно. Ты, главное, не обижайся. Я случайно, ФБР, я не хотел. Чё интересно у нас происходит на автобазаре? Джестер за 8 лямов, сейчас будем торговаться. Привет, нищеброд, продай за 8к. Ты мудак, он тебе ничего не сделал, а ты его оскорбил. Он реально нищеброд, тебя ебёт, что он нищий. Да, я его ебу. Если он нищий, купи тачку у него. Ты же дохуя богатый, продай за 8к. Иди катись, мелкий. Я большой, го ДС, покажешь, в натуре го. Я создал сейчас аккаунт. Аккаунт себе, Витя, вот он. Все, скинул ему сейчас дискорд. Так, вот он наш один челик. Ой, что сейчас будет-то, ой, бля. На очко сел, бля. Нет. Богат ты что? Микро размьют? Нету. Микро, бля, он утопил, бля, шкаляр, ёбан. А ты размуть его, размуть микро. У меня его нету. Че там выебутся, пришел, бля, за 8к машину покупать. 8к стоит, блядь. Она стоит 8к, нищеброд. Она 8 миллионов стоит, долбоёб, блядь. Сам такой. Ты печенька, блядь, запомни нам. Ты питер. С ними я разошелся нормально, не волнуйтесь, все с ними хорошо, со мной тоже. Я им объяснил, что это был пранк, никакого доёба не было, так что не волнуйтесь, все хорошо. Наберем здесь 50 лайков, и я сделаю еще одну серию, где буду приставать ко всем игрокам. Смотри видеоролики, которые сейчас вылезут здесь на экране, и всем до завтра.